20 лет спустя в Алматы снова зазвучал голос Азии. В минувшие выходные на высокогорном комплексе Медео прошел международный фестиваль «Азия Даусы», который в очередной раз собрал на своей сцене казахстанских и зарубежных исполнителей. Музыкальное событие прошло при поддержке компании «Казах Ойл». Атмосферу праздника передаст Амина Абдрахманова. Высокогорный каток Медео на 3 дня превратился в один большой танцпол. Алматинцы и гости города наслаждались качественной музыкой и выступлениями звезд эстрады. Тем более, что многие из них ждали этого события почти 20 лет. В предыдущий раз музыка на легендарном «Азия Даусы» звучала в 2004 году. 20 лет назад я последний раз здесь была. Это классно. Все молодцы. Всем спасибо. Очень рада, что сегодня прибыла на «Азия Даусы». Открытие, которое вот через 19 лет нам дало вот эту возможность. Спасибо нашим алматинцам, вообще Казахстану всему. Все 3 дня на сцене «Азия Даусы» выступали не только казахстанские артисты, но и звезды мировой величины. В этот раз формат фестиваля несколько изменили. Из него исключили международный конкурс исполнителей. 3 дня были поделены на тематические блоки. Хедлайнером фестиваля в этот раз стала американская хип-хоп-группа Black Eyed Peas. К слову, одним из спонсоров легендарного «Азия Даусы» выступила компания «Казах Ойл». В те времена, когда проходил «Азия Даусы», наша Алмата, наш Казахстан звучал на весь мир, все знали о наших певцах, о наших талантах. И поэтому очень радостно, что наша компания «Казах Ойл» сегодня принимает здесь очень активное участие. Мы стали спонсорами этого мероприятия. И оттого вдвойне приятнее нам всем, ведь возрождать культуру, возрождать традиции и бережно ко всему к этому относиться – это наша прерогатива. Легендарный фестиваль «Азия Даусы» теперь станет ежегодным. В следующем году он пройдет уже в традиционном формате с международным песенным конкурсом. Это не только внутриказахстанский фестиваль, это международный фестиваль, это бренд. И я считаю, что это наша одна из основных задач – возобновлять и создавать новые бренды, новые тренды движения культуры. Это и есть креативный подход в работе. Международный фестиваль «Азия Даусы» проводился в Казахстане на протяжении 15 лет, начиная с 1990 года. Он по праву считался визитной карточкой Алматы. В разное время гостями музыкального конкурса были звезды мировой музыки – Кэптэн Джек, Скутер, Модерн Толкинг, Тото Кутуньо и многие другие. Всего за годы проведения фестиваля здесь выступили исполнители из 100 стран мира. Амина Абдрахманова, Жасулан Умирзаков, Атамекен Бизнес.